Цианобактерии являются одними из древнейших микроорганизмов на нашей планете. Считается, что именно они стали творцами атмосферы на Земле. Водоросли цианобактерий неприхотливы и очень живучи, способны существовать в экстремальных условиях. Некоторые виды выживают даже после ядерного взрыва. Последнее открытие башкирских ученых в лаборатории экологии водорослей при Педагогическом университете прогремело на весь мир. Несколько лет назад группа уфимских алькологов обнаружила в промышленном карьере около Сибая редкий вид наземных цианобактерий. Внешне они похожи на сине-зеленые гусеницы и выделяют особый токсин, опасный для человека и растений. Ранее считалось, что этот токсин продуцируют только цианобактерии, которые живут в воде. В этом и заключается научное открытие, которое сделали уфимские исследователи совместно с чешскими коллегами. Оказалось, что вот эта наша водоросль, Хармасцилла прингшеми, она способна синтезировать токсин цилиндроспермопсин. В тех экосистемах, где живут вот эти цианобактерии, они улучшают усваиваемость биодоступного фосфора для других организмов. Возможно, что и в наземных экосистемах выделение этого токсина способствует улучшению фосфорного обмена для микроорганизмов и для высших растений. Возможно, что низкие концентрации этого токсина могут бороться с заболеваниями человека. Некоторые виды цианобактерий уже используются в фармакологии. К примеру, за рубежом из биомассы водорослей производят биотопливо и пищевые продукты. Кроме этого, наземные водоросли являются источником биологически активных веществ, которые могут найти широкое применение в промышленной сельскохозяйственной биотехнологии. Изучение цианобактерий – это трудоемкий процесс. Для этого в лаборатории при Педагогическом университете создана коллекция водорослей цианобактерий Башкортостана, которая зарегистрирована в мировых базах данных и является крупнейшей в России. Она насчитывает более 1200 штаммов со всего мира, в том числе из Антарктиды, Камчатки, Европы и Америки. Каждый штамм нашей коллекции, он уникален. Вот могу привести пример, что мы когда детально провели изучение нескольких штаммов, оказалось, что один из них является новым родом и видом для науки. Мы его назвали Хлоропирула уралиензис в честь нашего уральского региона. В 2015 году у нас вышла статья тоже с чешскими коллегами, где мы описали новый род цианобактерий, который включает 4 вида. Один из этих видов тоже назван в честь Республики Башкортостан – Рахалтиелла башкириорум. Если просто посмотреть, их не увидишь. А когда начинаешь смотреть в микроскоп, это такая красота, я даже не знаю, это не передать словами. В настоящее время в лаборатории совместно с ведущими российскими центрами ведется работа по созданию препаратов на основе цианобактерий для сельского хозяйства, которые смогут стать альтернативой химическим гербицидам. В качестве перспективного направления здесь рассматривают и фармакологию, но для таких исследований необходима мощная поддержка стороны государства или крупных компаний. Алина Гребешкова, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ.